Так, алло, мы по идее снова в эфире. А так, Паша-то тут? Я понял. Я почти тут, я стоп А чё? Блин, ты пока не зашел, придется самому в хостедах искать. Я надеюсь, Фил там тоже сам зашел. А то он не успеет. Так, Шарлотта Моторс P2 и Роуд на MX5. Шарлотта Моторс P2. Ага, Роуд. 15 кругов. 15 кругов или 20 минут. Ну, 15 кругов без коушенов явно быстрее будет. Ну да. И как я помню, ты на коушене что-то сундук передо мной прямо затормозил. И его вниз. Так. Я говорю, коушен. И по тормозам в пол просто не остановился. Так, на всякий случай напишу, если у кого... Чё там, квала уже даже? Но она уже заканчивается. Там только квала и была. За квалу там совсем чуть-чуть осталось. Так, ну я на всякий случай для тех, кто, может, у стоп-старта там что-то кого-то прогрузило. А что ты стоп-старт делал? Чтобы вот с мустангом обрезать, вот, и уже с SRF-ом отдельно писать. Чё, продолжаем вечерний угар в хостедах? Да, да, Кузя. То, что я к вам не приеду. Это очень толсто после моей фразы было. Блин, а к вау-то надо бы успеть проехать. Смотрю через прожектор. Что? Сколько передач-то у спикрейсера? 5. 5. И, кстати, его надо не в отсечку крутить, а чуть-чуть пораньше переключаться. Только я вот не помню, насколько раньше. Нет, честно говоря, не очень уверен, потому что это прям сильно зарешает. С учетом того, что ты один раз разгонишься и все. Кто там теребит? Это Паша теребит руль. Да, собственно говоря, уже вряд должен был перестать. Я там одним болтом приключивается всего к столу. Еще и начинаешь, Шарлотта, зашибись. Правда, там светло, но SRF-а все равно нет. Сука. Что такое, спинится? Ага, конечно, не видел ты, идиот. Ой-ой-ой, что творится? Я только зашел, тут такое мясо показывается на сцене к камере. О боже. Я надеюсь, это уже было видно. Ребят, тут дети как бы. Да, видимо было. Тут все плохо, тут дети как бы, очень много их. Целая компания детей. Разброс времен от 42 секунд до 48 и 50 мне нравится. Ну это слепстрим и плохой друг. Сетап бейзлайн менять нельзя, нормально. Даже хорошо. Нет! Черт, я даже выехать не успел. Уже грид? То есть да, то есть я даже не буду знать, как машина едет. Просто на ходу адаптироваться. Понимаешь, в чем дело? У меня, например, вот сейчас какой-то звук. Зависший. Я вырублю детей. What'd you say? Я, пожалуй, тоже. Ребята, извините, в этот раз voice чата не будет. Ну, я имею в виду voice чата с рейсингом. Между собой будет, да, вот. Дети пусть в школу идут. Ну, а старт с этого самого сейфтикара. Неинтересно. Блин, у меня еще и скина нет. О, Фил, привет. У меня тоже нет скина. Мы там, по идее, все рядом будем, да? Ну, сейчас посмотрим. Ну, я с Филом рядом. Пацаны, надо посадить, в какую сторону меня руль повернут. А, блин, кстати. Вот, по-моему, рядом. Да, все рядышком. Это та самая машинка с 70 лошадиными силами. Насыпь песка коту в какое место? В рот, чтобы он не мяукал больше. Так.
Я не из этих демон. Надо потом будет... А! Блин. Сейчас, а можно весь контрол заглушить, интересно? Где? Дигма. У меня нету кнопки, к сожалению, мут voice chat. И когда я попробовал через самый... Черт, ты скажи хотя бы это самое, Паша, машину начинает сносить на бэнкинге, то есть надо там что-то делать? По-моему, нет. Ты же ездил просто раньше, а я-то нет, я вообще не знаю, чего ждать. Я не помню, честно говоря, по-моему, ничего не надо делать. Фил, ты успел что-то проехать, расскажи. Ну да, но ее, похоже, поносит немножко. Как нестабильно идет. Мне что-то казалось, ну там, может, сетап был. Стоим. Правильно, в задницу въедем сразу. Детям этим. Блять. Чуть не въехал. Это было опасно. Блин, я на SRF не ездил 100 лет. Я вообще на нем не ездил. Что там за столбок перед тобой, Андрей? Я не знаю. Интересно, на какой стартовать? На третий или на второй? Ну, я думаю, посмотрим сейчас. Пацанчик вообще пропускает, ну окей. Ну, конечно. И мне его говорят пропустить. Ну, что за бред? Давай. Так, ой-ой-ой, тут уже краши пошли. Слушайте, ребят, тут сейчас, похоже, будет очень весело. Особенно на старте. Давайте хотя бы догоним вас до старта, а то тут пацан нас тормозит. Чуваки, руканы, как бы без покраски. Ой, блядь, они греют резину, еще едут. Они вообще трэш там творят. Пацаны, сейчас будет стритсток. Сейчас будет стритсток в кубе просто. Ой, да? Я просрал старт. В общем, так конкретно просрал. И видите, у этой машины такая рулевая колонка короткая, так она прям резко на все реагирует. Ой, пиздец, смотри, что там в повороте происходит. Блять! Всех понесло, люди поехали. Я жив. Я вроде тоже. Я через одну машину от тебя сейчас. Ой-ой-ой-ой, пацаны, в зеркало смотрим. Меня закашили. Там мясо. Андрей, нет. Пацан, ой, блядь. Я полностью газ отпустил. Ой-ой-ой, впереди. Ой, мясо, пацаны, мясо. Вот что делается. Куда ехать? Блин, вот отстой. Я живой. Ох уж эти дети, да. Пацан вообще по апрону едет, не парится. Ой, еще один. Тихо. Я, похоже, его задел, когда обгонял. Только что на покусанной машине 360 на крови сделал. Реально без коушенов. Черт, пацаны, вот что вместо стритстока надо в рукановске овалы делать. А стритсток надо делать в рукановской машины в роудах. Это будет идеальная серия просто. Все, дай слепстримчику. Ой, сколько народу в пятах, ой, сколько народу. Все синее. Все, короче, в 15-круговой гонке весь фан закончился в конце второго, пацаны. А что закончился-то? Ну все, как бы. Мы едем. Тормоз нажми, я тебя бомбдрафтить буду. Ну, это неинтересно. Ну там, да. Блин, а вот у Фила есть слепстрим, он отъезжает от меня, печалька вообще. Блин, давайте, круговые, приезжайте. Я буду вас бомбрёртить. Потом вы сдохнете, а я дальше поеду. Угу, у меня этот слепстрим как бы от рукана, мне страшно. Чёрт. Кстати, вроде бомбрёртить можно весь круг, насколько я помню. Ты знаешь, я как вижу, как эту машину виляет на овале на этом сете, по крайней мере. Мне страшно бомбдрафтить. Пацан вообще выехал на похуй через линию, норм. Я там далеко, конечно. Я надеюсь, ты не будешь меня, ну, блочить, парень. Стримак. Круговые там продолжают, да, веселиться.
Фиг знает, я только что 9-го ходом прошел. Безудержное веселье. У Фила там безудержное веселье впереди. Угу. Я, к сожалению, далековато от вас. Из драфта я отвалился, когда объезжал весь этот пиздец. Вот. Да, там впереди тоже что-то еще было, кроме летающего меня. Ну, там много чего было, там вся стартовая прямая была завалена говном. Машинами, говном, всем чем. Там все просто была жесть. Тела, котики. Там просто кровь, кишки летали во все стороны, это обязательно надо будет сохранить. Ой-ой-ой, в последнем повороте-то, ой-ой-ой, он кувыркается. Ой-ой-ой, даже я вижу, я по прямой еще еду. Не-не-не-не, не выезжай наверх, ты чё? Ебать, пацаны, ебать. Я живой? Нашел. Мне пришлось отпустить газ, пропустить кругового. Там кто-то на крыше лежал. От греха подальше, Димон оценил тоже. Дима, Фил, мы с тобой третий-четвертый уже. Мы стартовали в самом конце. Походу это профит. Профитная позиция. Видишь, меня в тайдин закрашили. Я прям за тобой стартовал. Мы избежали жопы, мне повезло. Да капец, там чувак вилял, блин, по всей ширине. Я надеюсь, что меня не будешь крашить. Инсайт, инсайт, и он в меня прям. Блин, мне не нравится, как он виляет. Вот, вообще не нравится. Я надеюсь, ты меня не будешь крашить, парень? Пожалуйста, ты же круговой. Пожалуйста. Может, его пропустить греха подальше? Может, подзамедлишь его? Я за позицию. Ценой своей жизни. У меня тоже будет за позицию, если я его попытаюсь замедлить. Вот, что это за выезд? Ну, он его закрашивал, блядь, замедлил. Пацан другой выполнит твою просьбу. Я тут просто так-то пятого еду. Держу. Ему тоже было за позицию, походу. Нет, он даже для меня круговой. О боже. Это походу люди с ловинга. А меня тут бамдрафтят. Что за... Это дети, Кузя, просто дети. Что с них взять? Они невинны. Ну почти. Блин, как там люди 46 ехали? Я без слепсима 43 еду, без проблем. Ну машина-то разогрелась. Ну, у меня там 42,8. Ты без слепстрима 42,4 едешь, Фил? Нет, меня толкают. Нормально, я 42,8 еду без слепстрима. При том, что я немножко оборонялся от чувака. Это кубок Дарвина, да. Соревнование на наиболее нелепую смерть на треке. Кого-то кикнули. Блять! Ты там как, Фил? Вот мне не нравится, когда я вижу тело, выезжающее с оброны перед собой, ну вообще не айс. Его, меня бомбрёвки. Мы теряем бойцов. И Racing Flatout Series, да. Это раньше про GT3 говорили, у нас достойная замена есть. Ну, и чё, сказал, что будешь бомбдрафтить, даже бойс сказал. И отвалился. Не потянул. Ага. Пятая позиция, между прочим. Сейчас на прямой, чё? Гран Туризмо шлак? Вот это да. Внезапно. Казалось бы, при чем здесь Гран Туризмо? Казалось бы, да, при чем здесь Лейзи Буллет? Ой-ой-ой, чувак виляет. Пожалуйста, не надо так делать. Спасибо. Пусть Фил угля меньше кидает, чтоб ты его догнал. Не, у Фила драфт там бесполезно, ты чего? Это только если они там вот сейчас замутят на двоих. Так, пацаны, сейчас все нормально. ОМГ. Хочу это на Дайтоне увидеть. На Дайтоне будет сверху, но его на таких скоростях.
Да и то не надо на чем-нибудь более быстром дорожном ездить. Ну, а-ля, там, я не знаю, Руф РВД. Вот. На Дайтоне Руф РВД будет весело. Они, наверное, там в Бенкинге не будут удерживаться. Или там, я не знаю, на Лотосах 49. Но это слишком жестко, там все поубиваются сразу. На Лотос 49 надо настроить Дайтону. Ага, ну, которая качковатая, да? Он да. На первом же подпрыге от кочки, он просто улетит за пределы забора. Ты видел видос? Видел, на Монсе видел. На Монсе видел, конечно. Как я же его сам скинул, я его сам скинул. А, ты его скинул? Да. Не запоминаю, кто скидывает. Ну да, ну в общем, да, я его кидал. Там подвеска отрабатывает просто. На выезде совал, он показывал, как он прыгал. Да. Просто жесть. Там капец полный. Ну вот, блин, вот я вот этого тела боюсь, пацаны, ей-богу. Он меня сейчас закрашит же. А может и нет. Может и нет. Не, нормально. Походу остались только мирные. Блин, ну чувак, что ты хочешь меня бомбёртить? Мы с ним Тувайду, может, какой круг едем? Так. Это видео сам на официальный канал Ир... Нет, я не про то видео, Димон. Я про видео от Inside Sim Racing. Там, где Даррен... Ой, как вот, да, Даррен Ганджи ездил на 5 конфигурациях Монси на 5 разных машинах. Даже на 6. Вот, разных машинах. Типа бета-тестер. А. Блин, чувак, на Great Run. Ну, блин. Чувак, просто толкай. Спойлер чего? Я не пойму, Димон. Спойлер того, что на Insight Racing появилось. Нет, не-не-не-не-не-не-не. Видео он то не стал смотреть, ибо спойлер. Я вот не понял только. И спойлер чего? Конфигурации Монцы или какие там повороты? Ну, как бы все давно знают. Спойлер кончик, может быть. Да. Спойлер того, что на комбайн конфигурации, чтобы люди не путались, она ограничена полностью стенками. И круг, который тебе надо ехать на вал и на обычную конфу, ты никак не перепутаешь. А вот, кстати, спойлер этого, наверное, да? А вот в овальной, блин, конфе там сложности. Не, ну там просто треугольничками огорожены, и видно, что тебе куда ехать-то все равно. Ой-ой-ой, передо мной, короче, два чувака с крашей. Пацаны, веселье закончилось, осталось только... Интересно самого проекта первый раз увидеть. Ну, такое. А хочешь сказать в этом самом... вот я как раз видос официальное рейсинга не смотрел. Я видел там только какую-то историческую выкладку и все. Они вообще кадры с игры не показывали, да? Официальное рейсинговое видео. Или что? Ой, пацаны, завал. Да, прям на финише завал. А, это уже после финиша, да? Печалька, я думал позиция отыграть. Фил, погнали, бомбдрафтик, тормозни чуть-чуть. Да меня, не, ну ты, давай повеселимся хоть на стрим, а то безудержное веселье после второго круга было. Можете меня тоже подождать, я вряд ли. Давай. Ну я газ отпустил. Чуть-чуть отпустил. Фила догнать. Я сам отпустил. Ну ладно, сейчас Фила догоню. Классно, у меня 4-я финишная позиция и 44-й номер. Вообще успех. У меня 7-я. При том, что я закрашивался на первом круге. 7-я и 77-й номер? 25-й. Так, тогда неинтересно. Я имею в виду, что 3-4 валяет. Тело, еще тело. Блять, тормози, Паша. Че, я еще далеко, я в Т1 покажу. На голове скатился один. Ну там двое скатывают. Ну они валяются на броне. Синхронисты, блин. Так, все, я отпустил вот. Газ за тобой тоже. Я, в принципе, тут. Андрей, запускаем Низию на стрим, мне ее надо сначала скачать. Я могу запустить на стрим Dark Souls. Ты гоняешься, нет? Мы едем за Филом. А, это не ты, лол. Сори. Димон, я могу запустить тебе первый Dark Souls. А вот Амнезию надо скачивать. Ну вообще, если ты будешь смотреть, и если кому-то это интересно, я могу. Потому что я ее сам ни разу не проходил, мне правда интересно. И буду ссаться очень жестко, потому что я боюсь хорроров. Вот, это точно будет так. О, Паша тут. Чуть-чуть давлю. Че, Фил, ты готов? Морально? Сам давлю. Давишь, да, давай.
Чё, пацаны, поехали, у тебя такая жопка помятая. Ну так меня же там мяли. Бомбдрафт, поехали, паровозик. Чух-чух-чух. Только я в повороте боюсь это делать. Похеру. Согнанием понес! Ты куда, Фил? Фил, ты куда? Да пофигу, не поехал. Ты там не ушатался? Фил ушатался, давай, Паша, это при твоей очереди. Нет, я не ушатался. Давай. Сколько мы разгонимся? Ты специально полицейский разворошили делаешь? Да блин, нет. По второй линии примерно едем так. В бэнкинге в том числе. Я понял. Ну ладно, можем и по нижней, в принципе, тут маленькая скорость. Я думал, будет. Сносит малям. Я понял. Давай. Сколько мы разгоним? Давай. 202. 203. Тазы валят просто. Фил, ты там как, ловить нас не будешь? Буду. Ну ты как-то далеко сзади, или нам тебя подождать? Ты же ушатался, наверное. Нет, я полностью целый. А, ну что, подождем Фила тогда? Можем, я пошел. Давай. Давай чуть-чуть даже тормознем, а то что-то он далеко. Потом на выходных. Я тоже, ну блин, надо определиться тогда со временем, когда людям удобно. Я, знаешь что, я, наверное, создам эти два страйфкола, один стримить или нет, Dark Souls, и другой с выбором дня, наверное, и повешу у себя в описании. Ну, сейчас будем придумывать, как бы, кому это интересно и надо ли это. Если надо, я могу самому интересно попроходить в Азию. Как раз, кстати, на 13-й неделе будет время для этого. То есть через неделю. Я так наоборот надеялся бы, что на 13 неделе не будет времени. Будет весело все время. Ну, блин, опять же, в зависимости от того, какие будут фанкапы в роудах. Ну, да. Но я говорю, что я не надеялся, что какие там будут трассы. То есть даже если там будет опять полноценный маздекап, как тогда, то я там, ну, максимум 2-3 трассы проеду из 7. Вот. То есть это саммит, и, возможно, короткий саммит, ну, или там короткая Акаяма, да, и Шарлотта. Ну, чё, понеслась? Понятно. Ща я нажал. 70 кобыл долго расчехляются. Пацаны. Паровозик, чух. Давай. Фила там шатает просто. Блять, Паша. Я думал, ты будешь полицейский разворот. А вы по опрону решили, я понял. Я как бы сносил, и я решил, что уж выезжать с опроном на трек. Ай. Ребят, не расходитесь, сейчас будет еще повтор трэша, то, что творился в начале. Кстати, мы не одни, там еще люди с нами катают. Странно, я его не вижу, кстати. Я его вижу по F3, а он отвалился, все понятно. Пятница 13, а я, ну, в приметы не верю. Я с хорроров сущ, но в приметы не верю, да, вот как говорится. Почувствуй. Ну, я могу. Давай, Фил, давай, сделай мне больно. Только сейчас Фил сделает мне больно, полицейским разворотом чувствую. Поехал уже вниз, вижу. Сейчас я там Филу больно буду делать. И целюсь только получишь. Давай. Лови! Подача! Ебаш, аж меня подтолкнуло инерцией. У меня там километров 5, наверное, лишних было. Ой-ой-ой, понеслась, все. Пацаны закончили. Вы слабое звено официально. Ну, Фиву все, конец. Нет. Ладно. В смысле, я его просто развернул. Я просто думаю, пацаны ждут реплея, но можно еще покатать, в принципе. Ну, я вас жду, если вы оба живые. Лучший хоррор — это мультиплеер GTA. Ну это психология, я бы сказал, это психологический триллер, Димон. Я понял. Давай. Ай, хорош. Сейчас мы на троих сообразим. Ой, еще на четвертый ехал.
Ты сейчас в пол топишь или ждешь, Фил? В пол. Охренеть, бомбдрафт тащит. Ну, так плюс ты еще и в слепстриме от него. Ну, я не знаю, на одну и две работает на этой машине он или нет. Оказывается, ну, значит, работает. Ой, валим, ой, валим. А-а-а, ядрить, это было опасно. Мау. Все, сейчас, сейчас будет стыковка, сделать. Сейчас будет стыковка, стыковка, пацаны. Меня аж понесло, я на всякий случай шел пошире. Можно тревай? Фил следующий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, вы там поставьте плюсики вообще как бы, ну, заканчивайте реплей показать, или вы еще можете потерпеть немножко. Блять, ой, блять, ой, блять. Ай, в середине-то как страшно. Ну нафиг не дрифтить. Эти патроны нормально валят. Нет, Фил, нет, за что, за что? Все. Ну, Фил, по-моему, все, он там, по-моему, в стене оказался. Сейчас посмотрим. А, Фил дальше поехал? Ну окей. Тихо, Фил, я ж тормозил. Ой-ой-ой, они там в мясо, ребята, все. Че, кто в мясо? Иди сюда, блядь. На. Иди сюда, ты где там? Блин, передачу не воткнулся. Лови! Лошара. В смысле? А, ты... Блядь. Чёрт! Кажется, Фил перевернулся. Я тебе ровно в заднее колесо приехал. Всё. Добивай зеленого, блядь. Тебе тоже. А, подожди, а чё у меня задний не включается? Интересно. Там. Выжми сцепу и покладь. Остановиться надо было просто. Нет, там можно, если просто выжать сцепу и подержать ее какое-то время и клацнуть. Мгб. Так. Так, ну чё, погнали теперь смотреть, что было на старте, это было реально весело. Я, конечно, только прицелился, а ты вышел. Ребята, SRF и классные тачки. Чё, ребят, готовы реплей смотреть? Ща, я тоже стрим включу. Ну, ты пока можешь запускать. Я, да, я чуть-чуть. Я назад отмотал, чтобы пацан уже на писвапе делал говно. Типа, хотел джампстартнуть, а мы за ним втроем еще ехали. Да надо было его бомбдрафтить уже на писвапе, на самом деле. Ну, мы в итоге-то успели, нормально. Просто не купил заднюю передачу за 6 баксов. Ну ок. Че, готовы там, да? Черт, я вот это обязательно с этих первых пару кругов видюшку сделаю отдельную. Паша, ты зашел? Да. Угу. Вот это вот на писвапе пацанчик нас тормозил. Там уже пацаны заходят в последний вираж, а мы все далеко. Черт, это было великолепно. Понеслась. Щетная машинка у Паши. А, Женя, ты же тут с самого начала был, да? Я имею в виду гонку на СРФах. Во-во-во, понеслась. Спины. Самое веселое будет в конце первого круга и в конце второго. Ты можешь еще мой первый круг показать? Покажу обязательно, да. Сейчас я покажу сначала этот ад, через который я прошел. Сначала один раз. Просто ебать. Машина вокруг, все взрывается. О боже. Потом я от Паши все это покажу, да. Какая жизнь. И
пацанчик тоже поехал. Повезло, до меня, до меня его не докинули, так это второй круг. Фио, далеко. Ну то, что там вот после второго поворота улетел чел, это я его ушатал. Ну это я тоже, кстати, посмотрю, ты реплей сам не глядел, да? А, так погоди, в итоге завал-то был в конце первого круга, да? То есть дальше ничего веселого не было. Да. Это так быстренько мы. Сейчас я гляну. Ну да, здесь уже все. Димон, как он там условил? Скорее всего, его подтолкнули. Есть такое подозрение, что в этих гонках подталкивают. Ты имеешь в виду тот, который вот после Т2, да, вместе с Филом, который говорит, Фил ехал. Если тот, то сейчас посмотрим, как он там словил. А уже самое вкусное, напоследок посмотрим Паша. Как это выглядело глазами Паши. Нет, так ну, завал он на стартовой прямой, я по сути не видел. Я понимаю. Я приехал. Все это время. Хрено ты его догоняешь просто. Ну да, точно ты его толкнул, это стопудово. Я задел там его крыло, он просто улетел. И его просто утащило, да. Так надо было бампить. Ну он и побампил, посмотри. От души побампил, вот так вот. Ну давай, до свидания, щенок. Не, ну... Побампил. Зачем бампить? Так, теперь Пашу. Я здесь король. Да, теперь от лица Паши первый круг. Ну там же и были дети, вот он детё в школу и отправил, да. Иди спать, тебе завтра рано вставать, сынок. Ой-ой-ой. Какие сейвы. А, так тебя прям здесь ушатали, я понял. Да, да, я думал, ты дожил. Ой, open view, пацаны. Бейко довольно быстро закончилось. Чоппер. Вот это 26-й, ну 29-й, в смысле, 26-й фил был, сори. 29-й реально какой-то неадекват, капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нижний брейк. А теперь, ребят, самое вкусное я еще покажу. От себя, ребят. Я думаю, это будет круто. Блимп, пожалуйста, спаси. Да, по идее, это будет великолепно. А, его там толкнули самого. Да. Но он все равно велел, как-то слишком жестко. Да. И желчь. Просто да будет ад. Нет, кстати, с блимпа не очень круто. Да. Машинки слишком маленькие. Да. Так, как там? Вот так. И вот так. Страйк! Боже, все в разные стороны, поехали просто. Знаете, я думаю, от кого будет неплохо. Сейчас я посмотрю. С Рир Чейза хорошо показать. Да, вот с зеленого будет шикарно просто. С меня. А, это ты как раз был, да? Знаешь, я даже не пожалел, что я там ошибся и по опрону поездил. Отстал чуть-чуть и весь вот этот ад проехал. Погоди, вот этот кувыркающийся мне очень интересен. Где он? Блин, где он? Да, вот этот вот. Что с ним произошло? Вот ваш сейчас приезд в стартовый прямой реально напоминает, как на старых игровых автоматах была игра, где машинки ехали влево-вправо сдвигаться, поворачивать.
всякой фигни. На! О, господи. От души пацанчик пострадал. Кстати, Маклафлин фамилия тоже. Как у его знаменитого фамильца. Скотта Маклафлина. От тебя мы показывали, нет? Да. Именно с кокпита. Ну, с кокпита нет. Димон Руканов там было просто ад. Да, Фил был поближе, и с его будет еще лучше видно, как там пацаны. Ну блин, алло. Что такое? Что произошло? А почему включилась сценик камера? А, я понял. Как зачаток. Костинов нету, к сожалению, лицензий. Не посмотреть. Ебай, вообще ничего не видно из-за дыма. Блин, ну ты фактически по прямой все время ехал. Тебе, конечно, да. Ой, хороший вид был. С летающего, блин, стой. Вот. Пацаны, отличный просто вид. Его же еще и задом поставил, кстати, смотри. Он очень долго на той же скорости ехал задом. Это было просто то, что надо. Ой, не повезло. Хрен с ним, поеду задом, норм. Бам. Главное, будучи перевернутым, он верил до последнего и продолжал газовать. А машинка-то не едет. Да, это было классно. О, еще один, перевертыш. Так а что, коробка там что-то пожимается? Open view, блин. Да. Кто там еще у нас был интересный? Сидите, у какого-то чувака было квало 50 секунд. 50! Как так? Этот не пострадал, что ли? Position 7, по идее, должен был. Видимо, позже. Этим повезло. С его сверчейза будет, я думаю, хорошо. Да, как раз сзади него бучу завалили. Эпическое возвращение и страйк. В лицензии при руке надо будет доказывать, что ты человек, а не бот. Мне почему-то кажется, что вот в таких гонках бота должны неплохо себя чувствовать. О, ебать, хватит. Блин, серьезно, ну так наш гонка просто как бы встаешь за кем-то и бомбрятишься гонку. Опыт и чемпион бега. Ну да. Главное не попасть вот в этот завал и все. Ну да, типа того. Это было великолепно, ребят. Черт, это было что-то с чем-то. Я не знаю, мне кажется, если бы нас по итогу завала не раскидало бы, то, ну или там вы. Мы бы нормально приехали, да, я думаю. Да, что там как бы бомбрятишь и просто всех обижаешь. Главное, самим не ушатался. Немножечко красоты. Немножечко красоты в слоумо напоследок. Я тоже еду, все в дыму, нихера не видно, куда ехать. Все машины поперек дороги. Что такое? О, господи. Класс. Где этот, которому повезло-то? Вот он, да. Еще чуть-чуть.
Смака. Привет, сундук, неплохая идея. Ой, блин, вчера ты что я сделал? Я камеру сломал. С гирбокса. А где сундук? В чате у тебя. А вот, саундтрек в мире животных. Илюха, жалко, ты пропустил. Это было классно. Он такую гонку ездит. Только с коушенами. Не, ну я понимаю, ну как каждый раз... И наш коушен закончился моим торможением в него. А, ты всю смотрел, да? Илюха, именно вот когда мы в лайве ехали. Сейчас гляну, еще там Димон скинул. Если смогу мышкой дотянуться. А, красавчик. Уважаю. О боже, что это за автобус? Дима. Ахаха. Так, будем искать сейчас живописный кадр, чтобы повесить его на... Уже тот момент, когда я альтабнусь и буду заканчивать стрим. Так, чё это? Ну вот, я думаю, достаточно живописный кадр. Типичная гонка на SRF. На Шарлотте. Вот как-то так, да? Маршрутка для фанатов F1 надо Антону показать. Черт, перекиньте кто-нибудь вот это в нашу конфу, пожалуйста. Хотя я сейчас сам уже альтабнусь, чем мне. Так, сконвертируем. Так это самое, насчет амнезии, кому-нибудь кроме Димона это интересно? День плохой. Да нет, на самом деле тут как бы реально, не считая тех, кто попал в завалы, вообще нормально можно ехать дружной толпой. Не, ну два круга маловато, круга три, наверное. Хотя если с такой динамикой, как сейчас, когда все убрались в конце первого, ну да. Не, ну что там не... надо еще какое-нибудь условие, там, не знаю, и проедет хотя бы два круга, что-нибудь. Не, ну такого. Понятное дело, что условие, что финиширует гон в гонке и не набирается только инк. Или иначе какой смысл? Ну, в смысле. Так, надо поставить еще пеку тоже себе в чатик. Чтобы лицензия в минус могла. Блин, ты просто кладенец идей просто. Кладись. Кладись, а не важно. Ты слово «едь» говоришь. Пока ты говоришь слово «едь», я вообще тебя не слышу. А тебе с числительными проблемы. Да, да, есть такая. Единец. Ну что, ребята, я думаю, это было весело. Время уже, кстати, 12 часов. Вот. Чё там? Блин, у меня на компе появляется чатик раньше. Новая игра в Steam. Так. Название неплохое. Симулятор это самого плода в чреве, да, или что? Чё-то там геймплей не показан. Это печалька. Да. А, это типа калькулятор, типа, судя на одной из фоток. Сейчас посмотрим, что там. Типа, я понял вопросы. Ну давай, Илюха, спасибо. Спасибо, что был с нами. Приходи еще, и я надеюсь, ты нам составишь компанию тоже на следующей неделе в Атланте. Было бы неплохо.
что беременность то рефактор. Ну. Рефактор добавили в Steam? Че, серьезно, что ли? Ну-ка. И правда, первый рефактор в Steam, обалдеть. А, 381 рубль. Кузя, а чё слоупок? А чё, я должен знать все, что добавляют? Я вообще туда не захожу. Ну, у меня автоматом играет это. Винда запускает Steam и все. Я там не бываю, пока не запускаю что-то. Нет, надо сидеть, следить за всеми новинками, как же без этого-то? Нет, тем более за рефактором. Господи. Классно. Это еще со скидоном, пацаны. Предложение действительно до 9 марта. Резко закупаем. А, ну, Кузя, понимаешь, я на этом стриме, Малеха был занят. Вот. Поэтому, наверное, да. Извините, что я не увидел. Я старался читать как мог. Видимо, все-таки я пропустил сообщение какое-то. Теперь увидел. Ну чё, ребят, еще что-нибудь угарное есть? Надо Антону скинуть этот формулу автобуса или уже скинули? Я не знал. Сейчас. Копировать. Я надеюсь, я то скинул. А то окажется, что не то. Да, то. Ну ты да, я вообще. Зато я за Зенит не болею. Ха-ха. Довольно большое упущение только. Ну, такое себе. Для москвича, знаешь, переживу. О, кстати. Это самое, Кузя. Видал сегодня Натха в девяточку зарядил крыльям как? Черт, я даже хочу показать это на стрим. Но это вообще не формат. Вот. Сегодня же в кубке играли. Вот, с крыльями. Это было что-то с чем-то. Я сейчас посмотрю, если есть видео. То я просто в чатик скину. Черт. Придется тут. Футбольная обзора. Вот. Смотрите в том плеере, в котором вам больше нравится. Натха вообще в девяточку бодро зарядил. Вот. Зенит. Слушай, а они в этом году от Тюмени отлетели или нет? Я просто помню, в один год Зенит отлетел от Тюмени, а у меня знакомый в Тюмени говорит, на футбол не пошел, зря. Вот. И Спартак от Тосна, это, по-моему, один и тот же год был. Или Спартак в том году от Шинника отлетел, ну тоже было весело. Ребят, последняя ссылка да. На YouTube, злобонервным не смотреть. И лучше... Там это, Two Girls One Cup или нет? А, нет. Аптос нас притащил выйдет в том году отлетели. Даже я слышал. Ну, благо Тосн тут недалеко и есть знакомые из Тосна. Капец. Это не постановка, я надеюсь? Я не знаю. На лицо его посмотри после первого удара. Постановка. Блин, ну ладно, сейчас глянем. Бля, там такая... Ну, это я сегодня смотрел на работе, бля. Такой ржач стоял в комнате. О, боже. Блин, ребята, я, наверное, все-таки на стрим покажу, а то... Звук-то идет на стрим, а это нет. Сейчас, где там у нас? Это... Блин, у меня еще рейсинг запущен, ха-ха.
Макач такой выбегает. Черт, это конечно не формат, но ладно, я покажу. А я футбол не смотрю. Ну, ты знаешь, в этом тоже есть свои профиты. Боже, что? 31. Т3Д, это кто вообще? Мороз не очень. Ну, я так понял, это кто-то из моего барбуда. А ты кто? Это, по-моему, этот, как его? В деревне под Питером, да, по-моему? Сосед Айка, да? Не ты ли случайно? Я не помню, как тебя зовут, прости. Это ребята из моего прошлого нарисовались, прикинь. Мутное у тебя прошло, судя по их никам. Ну, я сам в шоке. Я от вида этого ника и в итоге забыл, как его зовут. Так, рабочий стол. Там на весь экран нет, я сейчас посмотрю. Черт, это великолепно. Taking the first approach. Сначала хрен с ним, да, там, ну, фигня. Господи, на Good Game реклама, убейся. Наполнен. А, нормально, да. Что за... Слушай, это самое, товарищ... Блин, господи, как же тебя звать-то, а? В общем, ты это самое... Андрей, ты, собственно, стрим создал. Я знаю, я не могу его заглушить нифига. Ага. Вот, все. Спроси у барбуды, он гонку на овале нашу смотрел или нет? Если ты еще тут, конечно. Шарлотта закончилась. Тут сейчас мега отбивание лицом пенальти смотрим. И на этом, я думаю, мы будем потихонечку закругляться. Чего, подожди. Смотри. На! Зрители в шоке. На! О, боже! Капец! Мышка, прячься, мышка. Ну, YouTube, алло, вот. Он его как тело! Тело унесли! Как можно так отбивать? Боже. Господи, потащил! В чатик закинуть чувакам. Блин, да это Стёп, мне кажется, это невозможно так. Ребята, он в чатике есть, ссылочка последняя на YouTube. Господи. За что? Да не, ну ребят, ну это скорее всего все-таки постановка какая-то, я не верю в это, ну это жестяк вообще. Капец. Во-первых, потому что, ну не, ну это стопудово, ребят. Судья бы не дал, ну просто, ну я понимаю, что это смешно, но судья бы не дал бы бить, когда он валяется, во-первых. Во-вторых, тем более со стулом, ну это жестяк. А, ну понятно. Боже, стул! За что? Ой, капец! Что это за жесть? Ужас!
там последний пенальти вообще ад. Ну, на самом деле, ты говоришь, в конце будет понятно, что Стёп, уже понятно, что Стёп давно. Да. Овертайм. Еще не конец, что-то будет. Его похоронят с этим кубком, я так понял. Все, да? Понятно. Такие вот дела. Так, сейчас мы повесим какую-нибудь пафосную заставочку. Такую вот. Да, это было классно. А, блин, этот уже ушел. Ну ладно. Лёва ушел. Просто до слез. Вот Димон, несмотря на футбол, поржал, а мне под конец уже было не смешно. Да. Ну чё, ребят, это было круто, это было весело. Начиная с завтра, ну, завтра, может быть, конечно, нет. Но на следующей неделе вечерами. Вот, на этой же самой трассе, где был Мустанг, будет угар в GT3. Я надеюсь, что Димон и вся остальная наша компания нас поддержит. Антон обещал подорваться, может быть, Сундука подтянем. Будет весело. Такие дела. Ну что, если больше видосиков нет, я тогда вырубаюсь. GT3, да, во имя сатаны. Ой, да. Посмотрим, как Фардин едет. Ну что, ребята, всем спасибо, кто смотрел, это было реально круто. Всем до новых встреч. Это МБС. Всем до свидания.